తస్మై శ్రీ గురవే నమః. గురవే గౌరచంద్రాయ రాధికాయస్తాలే కృష్ణాయ కృష్ణభక్తాయ తద్భక్తాయ నమో నమ. వాంఛాకల్పతరుభ్యః కృపా సింధువైవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమ. నమమహాపదన్నాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే గౌరతిస్సు నమ. హే కృష్ణ కరుణా సింధోరి దీనబంధు జగత్పతి గోపేశ గోపికాకాంత రాధాకాంత నమస్తుతే. శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు బృందాయ తులసిదేవై ప్రియాయ కేశవస్య చ కృష్ణ భక్తి ప్రతిదేవి సత్యవతై నమో నమ. శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌరభక్త వృంద బల హరి కృష్ణ 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 హరి 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 రామ హరి రామ 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 బల హరి కృష్ణ హరి కృష్ణ 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 హరి 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 రామ హరి రామ రామ రామ. సర్వప్రథమ прежде всего моему Гуру Пада Падме, Нити Лила Правишна Ом Вишну Пада Аштадрашата, Шри Шримат Бхакти Шри Рупе, Сиддханте Госвами Махаранчу. Я предлагаю безграничные саштанга дандават пранамы, склоняясь к его лотосным стопам. Также моему Шикше Гуру Пада Падме, Нити Лила Правишна Ом Вишну Пада Аштадрашата, Шри Шримат Бхакти Веданте, Шри Ли Нарайне Госвами Махараджу. Я предлагаю свой Шрадха Пушпанджали, возлагая их к его лотосным стопам. Также я прошу всех вайшнавов и вайшнавы принять мои поклоны. Харе Кришна. Сегодня Титхи, день связан с двумя вайшнавами. С Мукундой Датой и Бхакти Шридар Госвами Махарадж, говорит преданный. Гурдев не спрашивает Шридар. Шридар. День явления или ухода? Ухода. И также Снана Ятра. Джаганадхи. Вечером мы послушаем о Снанной Ятре, о сокровенных истинах этого праздника, почему Господь потом заболевает, и одеяние у Господа сегодня особое. Он одет как Ганеш. Почему Господь сегодня в таком облике, в облике Ганеша? Послушаем об этом вечером. Почему Господь предстает именно так сегодня? И послушаем, конечно, о вайшнавах. Сейчас о Шридхаре. Махапрабху одарил его своей милостью. Как это произошло? Послушаем. Шридхар жил очень просто. Он родился в обычной семье. И чем поддерживал себя? В Бенгале кушают даже цветы бананов. Пробовали когда-нибудь сабджи из цветов банана? Пробовали? Нет. Как-нибудь выдастся возможность, попробуйте. И кроме того, стебли бананов тоже используют. Внутри них есть содержимое, моча, тор. Также что используют? Листья бананов. Ранее люди кушали пищу с листьев бананов. Это очень благоприятно и чисто. В храме Джаганнатхи до сих пор прасад почитают, раскладывая его на чистых листьях банана. Но англичане какую культуру нам привели? Пластиковые тарелки. И из-за того, что мы сейчас употребляем нечистое, начинаем болеть. Но культура Индии чистая. Итак, используются цветы бананов, листья бананов и моча, то, что внутри банановых стеблей находится. Также он продавал иногда локи, шридхар. И так поддерживал себя, продавая составляющие банана и локи.
Половину того, что он зарабатывал, он отдавал на поклонение Ганге, а оставшуюся половину использовал для того, чтобы дальше продолжать торговлю и поддерживать себя. Но он жил очень небогато. Однако у него была очень сильная вера в дхарму. Он не оставлял поклонения Ганге. Почему? Потому что понимал, что Ганга — это чаринамрита Господа. Она не зашла с его лотосных стоп. Кроме того, это Бхагават Сварупа. Когда Господь оставил этот мир, он остался пребывать также в Ганге. Поэтому даже если у нас какие-то трудности, финансовые затруднения, все равно не нужно экономить на служении Хари Гуру Вайшнавам и читании Махапрабху. Каждый день приходил к Шридхару и спорил с ним. Шридхар, у тебя очень много богатства. Ну, Прабху, о чем ты говоришь? У меня... Я вот немножечко торгую, чтобы поддерживать себя, кушать что-то. Конечно, знаю тебя, говорил Махапрабху. Только внешне ты прикидываешься бедным. На самом деле у тебя дома сокровища, которые ты прячешь от других. Только делаешь вид, что ты бедный. Давай, делись тем, что у тебя есть. Давай, Тора, Моча, то есть Локи, давай мне все, что у тебя есть, и чтобы я тоже покушал. И, конечно, я тебе денег не дам за это. Бесплатно давай мне. Делись. И самое лучшее при этом. Так Махапрабху каждый день приходил и спорил со Шридхаром. Почему он так поступал? Говорится, Бхактера, Дравера, цитата. То, что принадлежит преданным, Господу очень дорого, он может это принять. Кари-кари-кая означает, что он даже силой может забрать подношение от преданных. Как в этом примере, Шридхар, давай, делись. А Шридхар говорил, ну, Господь, ну, вон еще магазинчики, другие торговцы. Нет, я хочу именно от тебя, говорил Махапрабху. И самое лучшее, никому я больше не пойду. А Махапрабху же был юный, очень красивый, высокий. И Шридхар понимал, я с ним спорить не смогу, состязаться не могу. А если он вдруг еще решит применить физическую силу, я же не устаю. Поэтому я не выстоял против Махапрабху, и Шридхару приходилось отдавать то, что Махапрабху требовал. Во время лила, когда Махапрабху сидел на асане как Вишну и 24 часа являл свое величие, показывал свою сварупу, что произошло? Мурари видел его как Раму, Нрисимхананда видел в Махапрабху Нрисимху, те, кто поклонялись Нарайне, видели в Махапрабху Нарайну, те, кто были преданными Кришны, видели Кришну в Махапрабху, а те, кто совершали баджан Махапрабху, видели в нем самого Махапрабху. То есть в зависимости от того, как преданные совершали упасану поклонение, так Господь перед ними и представал. И когда пришел Шридхар, Махапрабху сказал, Шридхар, каждый день я у тебя отбирал силы, угощения, а теперь посмотри, кто я. И Господь проявил свою форму. Увидев ее, Шридхар припал к его стопам и воскликнул, насколько я удачлив, сам Парамбраман, Параттатва, несравненная высшая истина, приходил ко мне и забирал каждый день подношения. Почему? Потому что Бхакта Дравера Прабху, потому что Господу очень дороги подношения преданных. Кришна говорит в Бхагавад-гите, «Патрам пушпам фалам тоям», цитата. Когда преданные с любовью предлагают листы, цветы, плоды, воду, Господь принимает это. От кого? Не от всех. Дурьодана кемева твяга шага видора гартва сапсаучи према сагай. Превыше всего любовь, поэтому Господь кушал кожурки от видурани, но отверг подношение Дурьодана, и далее в баджане поется, что Господь по этой же причине кушал ягоды над вкусной шабры только потому, что у нее была любовь к нему. Поэтому самое главное — любовь. А Бхактера,
от обакт, от непреданных Господь ничего не принимает. Даже если они очень состоятельные и делают роскошные подношения, Господь даже не посмотрит в сторону таких даров, потому что их подносят непреданные. Итак, Махапрабху дал свой даршан Шридхару. Шридхар преисполнился премы и признался: «Господь, моя жизнь увенчалась успехом». Махапрабху сказал: «Проси благословения». Шридхар что сказал? «Джей Прабху, тот Прабху, который каждый день приходил ко мне и просил у меня силы подношения, цветы бананов, листья, мочу. Я хочу, чтобы этот Прабху был жизнь за жизнью моим господином». То есть, чтобы тот, кто у меня силы отбирал угощение, чтобы он же оставался моим господином день, жизнь за жизнью. Махапрабху каждый день совершал киртан, гуляя по улицам Навадвипы, и заходил в том числе в дом Шридхары. Он был настолько бедным, Шридхар, что у него не было даже отдельной посуды для Господа, чтобы ему предложить что-то, когда Махапрабху пришел. И Махапрабху тогда взял ту же самую емкость, которой пользовался сам Шридхар, и выпил воду из нее. Ведь это вещи моего бхакты, моего преданного. Поэтому я непременно приму все это. Самое главное – это бхакти, любовь к Господу. Он смотрит именно на наши чувства. Когда Махапрабху решил принять саньясу, накануне, за день до принятия саньясы, преданные Махапрабху почувствовали воодушевление прийти к Махапрабху. Они принесли разные дары – шак, савджи. Многие бхакты пришли к Махапрабху, в том числе Шридхар. Когда пришел Шридхар, что он принес? Локи. Локи иногда называют лок-локи. Вчера мы были у преданных на домашней программе. И вчера, что они приготовили, в том числе сделали кхир из локи. Они его измельчили, добавили воду, потом добавили горячего молока, начали уваривать. И когда молоко нагрелось, получился прекрасный кхир. Иногда также ги добавляют и смешивают также ги с молоком, чтобы было еще вкуснее. Вчера вот нас так угощали в одном из преданных, в доме одного преданного, прекрасным кхиром. Прекрасный кхир вчера был. И из локи также можно сделать вкусные сабджи. И уже в конце добавлять немножечко молока. И очень вкусно, когда локи смешиваются с молоком. Так в Бенгале кушают локи, по-разному готовят его. Шридхар принес эти овощи накануне принятия Махапрабху саньясы. И Махапрабху попросил свою маму приготовить из локи угощение. Почему? Потому что именно Шридхар принес эти локи, эти овощи. И поскольку Махапрабху очень дороги подношения своих преданных, он попросил свою матушку именно из локи, принесенных Шридхаром, приготовить угощение. Приняв эти блюда из локи, принесенных Шридхаром, Махапрабху на следующий день принял саньясу. Почему его так зовут? Шридхара. Шри указывает на Лакшми. Кто изначально Лакшми, главное, Шримати Радарани. То есть Шридхар – это тот, кто в своем сердце всегда хранит Шримати Радарани. Имя Шридхар. То есть тот, кто хранит в сердце изначально богиня процветания. Предполагается, что человек должен быть богатым, так же, как и Судама, то есть тот, кто очень должен быть обеспеченным. Однако в Бхаджане поется, что к Канея пришел какой Судама? Гариба Судама, то есть бедность Судама. Как же так получается, что преданные с именами, предполагающими их богатство, Шридхар,
и Судама внешне были несостоятельными. Объяснение следующее. На самом деле они были очень богатыми. Какое богатство у них было? Святое имя, которое они повторяли день и ночь. Это применительно к Шидару. Мирабай поэтому в своем баджане поет, что подлинное богатство — это святое имя, которое никто не сможет украсть, которое каждые 4 дня увеличивается. Именно это богатство отправится с нами дальше. Имя Рамы, имя Кришны — это настоящее высшее богатство. Шри Прабхупада Сарасвати Такур объясняет лилы между Махапрабху и Шридхаром, комментируя беседу между Господом и Шридхаром. Мы обсудим немного эти комментарии к данной беседе. Махапрабху спросил Шридхара, цитату, «Шридхар, ты всегда повторяешь имена Господа», — сказал Махапрабху Шридхару. «Но при этом, почему ты нуждаешься? Почему бедствуешь? Ведь ты призываешь неизменное имя Господа». Прабхупада как комментирует эту часть читания Бхагавата? «Ведь ты служишь Лакшми Канту, возлюбленному Лакшми, то есть Верховному Господу. Но однако у тебя недостаток и в еде, и в одежде. Как же это возможно? Ведь ты поклоняешься возлюбленному богине процветания, то есть должен процветать. Почему же ты нуждаешься? Почему бедствуешь?» Прабхупада комментирует, «Нараяна — это тот, у кого есть все достояния. Сколько достояний у Господа Бхагавана? 6. Каких? Кто может сказать?» Мани Манджари Дади. Необходимо запомнить эту шлоку. Какая шлока? Яшварьяся, Самагьяся, Вирьяся, Яшасашрия. Цитат. 6 айшварь достояний присутствуют в Господе. Вся айшварья – богатство, вся вирья – сила, вся гьяна – знание, вся вайрагья – отвлечение и так далее. Все достояния в полной мере присутствуют в Бхагаване, все 6 достояний. И севаки Бхагавана, того, кто обладает всеми достояниями, по идее должны иметь право на все богатство своего господина. То же самое на хинди. По аналогии, кто является наследником богатства отца? Его сын. То же самое. Севак, слуга, претендует на богатство своего господина. Ему достается все, чем владеет его хозяин. Но почему же тогда у того, кто служит господину богини процветания, недостаток того, недостаток самого необходимого, даже еды и одежды? Цитата. Обычно люди ради чего что-либо предпринимают? Ради самих себя. У них есть корыстные интересы. Они поэтому поклоняются разным полубогам, полубогиням, чтобы удовлетворить свои корыстные желания, чтобы затем получить какие-либо благословения и наслаждаться. Ради этого они совершают пуджи, чтобы Бога и Шваре потом наслаждаться. Но они не обретают Шрею подлинного блага. Есть Прея и Шрея. Постарайтесь осознать разницу между Преей и Шреей. Шрея означает Шрештха, то есть высший, наилучший. Шрея поначалу может быть тяжелым путем, так же как к ним. Поначалу горький, но очень полезный для здоровья, помогает избавиться от заболеваний. А Прея — это путь, который вначале может казаться приятным, легким, но зачем, затем, чем все закончится? Бедами. Преданные стремятся именно к Шрее. То есть это путь, который может быть вначале трудным, полным лишений. Но к чему он приведет? К поклонению Господу, к бхакти, к подлинному счастью.
те, кто являются бхактами, преданными Господу, не стремятся ни к чему материальному. Надханам наджанам на сундарин. Цитата. Каково настроение бхакт? Господь, мы не хотим ни богатства, ни последователей, ни семейного счастья, только жизнь за жизнью совершать бхакти, служить твоим лотосным стопам. Ни к чему мирскому мы не стремимся. И люди, которые не преданные, иногда не понимают, зачем преданные вообще поклоняются Господу, если ничего они материального не обретают. Потому что внешне кажется, что у преданных нет хорошей пищи, нет хорошей роскошной одежды. И они не могут наслаждаться материальными благами. Зачем же тогда поклоняться Господу? Бхактинот Такур объясняет. Тамара Севая, цитата из Бачана. Апна неведна. Бхактинот Такур поет. Прабу. Служение, которое сопровождается иногда трудностями, на самом деле не причиняет никаких беспокойств, трудностей. Эти трудности являются высшим счастьем. Если мы искренне, нишкапатта, без двуличия служим Господу, то дукха, печали, которые приходят в нашу жизнь, на самом деле парамасукха, высшее счастье, высшее блаженство, парамасампати, наше главное богатство. То есть нет никакой разницы между счастьем и бедами. И те, и другие являются благом для нас, для нашей духовной жизни. Поэтому Шридхар ответил на вопрос Махапрабху следующим образом. Господь, но я же не нуждаюсь, я не бедствую. Ведь каково правило? Мы для чего принимаем пищу? Чтобы удалить голод. Мы зарабатываем, чтобы поддерживать свою жизнь. Преданные не накапливают сверхмеры того, что необходимо. Они довольствуются самым необходимым, а оставшееся время посвящают духовной практике, чтобы не тратить время на зарабатывание материальных благ. Ведь эта человеческая жизнь необычайно редкая. И Господь даровал ей, чтобы мы совершали баджан, а не чтобы мы накапливали мирские богатства. Поэтому можно жить очень-очень просто, но уделять больше времени духовной практике, благодаря этому освободиться из круговорота рождения и смерти, обрести высшую парамананду, высшее блаженство. И что сделать? Увенчать свою жизнь успехом. Джанма сафальям. Как? Умом, телом и речью поклоняясь Господу, следуя пути бхакти, преданного служения. Поэтому Шридхар и ответил Господу. Прабу, но я же не бедствую. У меня всегда есть чем наполнить желудок. Обычные люди зарабатывают деньги, и как день и ночь они думают о своем богатстве. И сколько бы к ним ни приходило богатство, все равно они все с собой не возьмут. Гурдев приводил такой пример. Если кто-то очень богатый, он же очень много денег оставит, он не возьмет их с собой, то есть он не успеет все потратить. И в шастрах описывается, что вот те деньги, которые человек не успевает потратить перед смертью, по сути, они свидетельство бесполезно потраченного времени, ведь он с собой не возьмет их. Что пойдет с нами? Только духовная практика, которую мы совершали, только святое имя, которое мы повторяли. А деньги, которые мы зарабатываем и оставляем, это просто символ нашего потраченного впустую времени, потому что мы их с собой не возьмем после смерти. Некоторые говорят, возражают, ну нет, но мы же эти деньги детям оставим, наследникам, они будут пользоваться. Но в шастрах говорится, да не нужно так уж заботиться о детях, так или иначе они себе заработают на жизнь, проживут. Кроме того, могут быть такие дети, которые потратят деньги впустую, просто спустят их. Я путешествую в разных местах, и однажды мне сказали, о баба, о почтенные, за 5 минут мой сын спустил все мое состояние, кроры рупий, миллионы рупий, которые я всю свою жизнь зарабатывал. Как?
была игра между разными командами, и мой сын сделал ставку, какая из команд победит. И проиграл, и просто миллионы рупий, которые всю свою жизнь тяжелым трудом зарабатывал, все мои сбережения просто за 5 минут взял и спустил. А есть те, кто просто пропивают деньги, спускают на неблаговидный образ жизни. Поэтому Шридхар ответит: «Прабху, но я же не голодаю. Я могу зато совершать баджан, духовную практику, то есть не тратя время на излишние материальные усилия». И когда Махапрабху являл свою лилу, исполненную величие, когда он 24 часа показывал свое достояние, он позвал им Шридхара. То есть сначала Шридхара не было, были другие преданные, потом Махапрабху сказал: «Позовите моего преданного Шридхара». Преданные сказали: «Как мы его узнаем? Идите в деревню, и там услышите, что в одном из домов есть тот, кто постоянно воспевает твое святое имя. Это и есть дом Шридхара». Громко-громко Шридхар взывал к имени Господу. Всегда ходил ли он, сидел, по примеру Баджана Мирабай. Баджан уже потом, естественно, появился, что только имя Господа подлинное богатство, поэтому всегда нужно призвать имя Всевышнего. И Шридхар поэтому, и поскольку не прекратил излишних материальных усилий и мог уделять только времени повторению харинамы и духовной практике. Кроме того, есть те, кто очень много тратит усилий на хорошую, на то, чтобы обрести хорошую пищу, на то, чтобы был рис качественный, овощи очень дорогие. Но по сути, объяснил Шридхар Махапрабху, насыщение одно и то же. Независимо от того, покушаем мы в роскошном отеле или почтим простую пищу, все равно насыщение будет одинаково. И после насыщения не важно, что нам предложат, какую расагулу. Мы скажем: «Нет, нет, нет, не надо, больше не хочу, уже не лезет». Потом, если еще нас заставят съесть, мы скажем: «Ну, уже извините, тошнить начинает, мы физически не сможем больше съесть». Поэтому самое главное — просто как-то наполнить желудок для поддержания тела, и все. И Шридхар говорит: «Ну, я же не нуждаюсь, я всегда могу удалить свой голод». То есть не обязательно делать это роскошными подношениями. Потом Махапрабху сказал: «У тебя же нет одежды роскошной». Но Шридхар сказал: «Назначение одежды — просто прикрывать тело. У меня есть ткань, которой я могу прикрыть свое тело». Махапрабху сказал: «Ну, иногда тебе приходится штопать свою одежду, залатывать дырочки». И кроме того, твой домик с соломенной крышей. Видели такие домики? В моей деревне в детстве были такие дома у людей. Бедные жители выкладывали крышу соломой. А были дома получше, например, из глины, из камня, они уже не пропускали жару, так же, как солома, не нагревались. И были дома, где еще внутри выкладывали все навозом, чтобы он обезвреживал и предотвращал заболевания. То есть дома тоже есть разные. Есть из соломы более дешевые, есть более дорогие. И Махапрабху сказал: «Те, кто поклоняются Деви, то есть полубогине Дурге, другим полубогам, полубогиням, живут очень состоятельно, а ты поклоняешься Лакшмипати, то есть возлюбленному богине процветания. И что, у тебя дом хороший есть? Какая-то хижинка соломенная». Шридхар сказал: «Ну, независимо от того, очень состоятельный человек или бедный, все равно они отдыхают, по сути, одинаково. Ночью все они отдыхают, все они спят. И всегда есть те, кто занимает более высокое положение. Например, кто-то хочет построить самый высокий дворец себе, например, 2-3 этажа. Но если посмотреть, то есть птички, которые вьют гнезда, то есть они находятся выше. И кто-то может думать: у меня дворец 3-4-5 этажей. Но это же не самое высокое положение во Вселенной. Даже птичка то занимает более высокое положение. Она как бы над головой этого гордеца, богача. Даже птичка и то выше. Ведь птички где? На деревьях.
Поэтому они там живут повыше, чем богачи. Мы совершаем определенную карму и получаем результаты этой кармы, этой деятельности. Но по сути основные все функции жизнедеятельности, они одинаковые. Сидар сказал Махапрабху: ты скрываешь себя на самом деле, ты очень богатый, просто прикидываешься обычным торговцем банановых цветов. На самом деле ты обладатель скрытого богатства, Гуптанхана. Что является этим скрытым богатством? Это бхакти, это према, любовь к Господу. У тебя есть према дхан, богатство любви к Господу. Прабхупада дает прекрасный комментарий к этой части беседы. Те, кто не совершают бхакти, не испытывают никакого интереса к духовной практике, к цели, поклонению Господу, воспеванию святого имени. Это абхакти, непреданные. Чего они хотят? Только того, что связано с этим материальным миром. То есть выучить детей, поставить их на ноги, заработать побольше денег, построить дом получше. Но бхакти внешне тоже могут совершать какую-то мирскую деятельность, однако ради чего? Ради Господа. Все ради Всевышнего. Например, дом. Для кого? Чтобы у Господа было место, где он находится. Готовят для кого? Для Господа. Дети. Это кто? Это те, кто совершает баджан Бхагавана. То есть все связано с Бхагаваном. И потому такой дом является Бриндаваном. А обычные люди стремятся лишь к накапливанию материальных богатств, вне связи с Господом, заработать побольше денег, чтобы была более роскошная пища. И этим они отличаются от преданных. Преданные не накапливают излишеств. Почему? Потому что они знают, что в конце жизни они с собой это не возьмут. Поэтому они накапливают парамартху, высшее богатство, то есть духовное. То богатство, которое увенчает действительно жизнь успехом и поможет освободиться с круговорота рождения и смерти и страданий, связанных с мирским существованием. Цитата. Боги, наслажденцы, не находят времени для Бхагавана. Цитаты из комментария Прабхупады. Но бхакты что делают? День и ночь они посвящают баджану, поклоняются Господу. Этим наполняют свою жизнь. Внешне может казаться, что они бывают в нужде. Но это не так. Те, кто поклоняются Господу, обретают ананду, высшее блаженство. И этим блаженством наполнено их существование. Ведь весь день они совершают служение Господу, воспевают Его святые имена, проводят кетаны. А только у стоп Господа Ашок Абай Амрита, свобода от трудностей, бесстрашие и Амрита, нектар бессмертия. Поэтому сколько бы вишай, наслажденцы не пытались обрести подлинное счастье, это невозможно, ведь они не думают о Господе, не поклоняются Ему, а преданно достигают этих благ. Цитата. Поэтому карми, те, кто работают только для себя, они какое-то счастье обретают его подобие. Но и трудности тоже приходят в их жизнь. Однако те, кто совершают баджан, обретают подлинное блаженство. Даже если внешне кажется, что у них есть трудности, на самом деле это тоже источник высшего счастья. Например, Судама был небогатым, если смотреть внешне, с мирской точки зрения. Однако он обладал подлинным богатством. Он был погружен в любовь к Господу.
Поэтому Махапрабху сказал Шридхару: «У тебя огромное богатство, я все про тебя знаю, только прикидываешься нуждающимся. На самом деле ты очень богатый, Шридхар». Прабхупада комментирует, какое богатство имеется в виду. Внешне богатство меня не интересует. На самом деле, у тебя, поскольку ты служишь Господу, говорил Махапрабху Шридхару, есть все настоящие подлинные богатства. Поэтому внешне только может казаться, что ты нуждаешься в чем-то, однако на самом деле это не так. У тебя есть все совершенства. Спросите состоятельного человека, доволен ли он, удовлетворен, живет в покое? Нет. Чем больше денег у людей, тем больше головной боли. Обычный человек поработал, поел, спокойно заснул. Но те, кто более состоятельный, так переживают, у них столько головной боли. Иногда зачастую без снотворного они долго заснуть не могут. А иногда они принимают даже очень сильные снотворные, даже со змеиным ядом, потому что обычные таблетки их уже не берут. И вот только с помощью яда в определенных дозировках змеиного яда они могут заснуть. Настолько у них тяжелые состояния организма из-за того, что они его просто изнашивают, работая ради обретения мирских благ. Сколько трудностей, чтобы свой бизнес развивался должным образом, чтобы превзойти других. Однако бхакты преданных свободны от этого. Они просто счастливо отдыхают ночью. Однажды в Калькутте жил человек, очень обеспеченный бизнесмен, который жил на 3-м, 4-м или 5-м этаже. Он ночью вместе с супругой не мог заснуть. И он однажды выглянул из окна и увидел, как обычный рабочий идет, и подумал, что вот этот рабочий наверняка идет очень, что этот рабочий шел очень спокойно, походкой такой, и богач подумал, вот это жизнь. Просто поработал днем, потом без лишних хлопот заснул, и все, а я вот день и ночь думаю о своем бизнесе. А у нас, посмотрите, послушали харикатху сладостную и заснули приятно. Нет всех этих головных болей, как у бизнесменов. Цитата. Поскольку Господь парипурна полный, то Его преданные тоже пурны, тоже обладают всеми достояниями. Однако внешне они этого не проявляют. Они все используют для служения Господу и спокойно по ночам засыпают. Именно они являются адхикари, теми, кто имеет право на все богатства Господа. Цитата. Невежественные люди не понимают преданных, славы преданных, которые совершают баджан день и ночь и обладают подлинным богатством. Почему? Потому что богатство всегда, вайшнавы всегда стараются скрыть себя. Они не хотят проявлять свою славу, возвышать себя. Джаганнат Хадас Бабаджи Махарадж, например, что делал? Раскидывал рыбьи косточки. И люди, когда приходили, думали, а, вот он рыбку кушает. И вот, соответственно, они думали, что он не вайшнав, и не беспокоили его. Гаура Кишора Дас Бабаджи Махарадж закрывался в отхожем месте, чтобы спокойно воспевать хринам, и никто его не трогал. Когда кто-то приходил к нему и стучал, он говорил, «Ой, что-то мне не здоровится, не могу я дверь открыть, сил нету, болен я, ашуста». Потому что люди ради чего приходили? Ради мирских благ. Поэтому он закрывался, притворялся больным и мог спокойно совершать баджан. Но когда Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж пришел, постучался, он также ответил, «Ой, не могу я дверку открыть, не здоровится мне». «Так, нет, мы ученики Прабхупады», — сказал Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж. «Прабхупады? О, все, сразу дверь открыл, потому что понял, бхакты, преданные пришли». Можно поговорить уже о Господе, обсудить харикатху, провести киртан. Прабхупада объясняет,
Обыватели не понимают преданных, потому что преданные скрывают свою славу, свое величие. Они не хотят, чтобы их баджан садан был известен, чтобы им причиняли беспокойство. Поэтому Шридхар тоже как бы внешне не проявлял своего богатства и величия. Но Махапрабху говорил: «Да знаю я все про тебя. Давай, отдавай мне самые лучшие продукты». И вот так в форме этого диалога вопросов-ответов излагаются очень полезные для нас философские истины. То есть в разговоре Махапрабху и Шридхара, когда Махапрабху спрашивает, Шридхар отвечает, и вот из этой беседы мы можем почерпнуть для себя очень полезные наставления для нашей духовной практики. Махапрабху кто? Сарва Айшварья Пурна, то есть тот, кто обладает всеми достояниями. Однако он, Господь, у которого есть все, приходит внешне к бедному Шридхару и просит у него подаяния. «Пожалуйста, дай мне немножко сабжи», — просит Махапрабху. «Ну, это же владыка всего мироздания». Однако что он делает? Просит у своего преданного, потому что преданный обладает подлинным богатством. Сам Господь попрошайничает, просит подаяния. Эта лила показывает, насколько Господу дороги подношения своих преданных, что он выпрашивает у них их подношения, исполненные любви. Цитата из комментария. Поэтому Господь являет такую лилу, что Он просит подношения у своих преданных, хотя по сути Он ни в чем не нуждается, Он и так владыка всего. Махапрабху также являет эту лилу, чтобы одарить благом других, чтобы иметь возможность принять от них подношения. Например, в доме Видуры у Видурани он кушал банановые шкурки. Ради чего? То есть, с одной стороны, чтобы принять любовь, показать, что он подчиняется любви, с другой стороны, чтобы одарить Видурани милостью. Рама принял ягоды, надкусанные шабари, тоже пролил милость на Видурани. Ради чего он это делает? Он показывает, что владыка всего мироздания одаривает преданных своей милостью, что Господу очень дороги подношения его бхакт. Поэтому Господь принимает от них подношения. Когда мы совершаем тяжелые усилия, то обретаем что-либо взамен, как правило. Но действительно наши усилия увенчиваются успехом, когда мы стараемся ради Хари Гуру Вайшнаву. Почему? Потому что ради Господа мы принимаем данные усилия. Например, Судама принес Кришне что? Две пригоршни дробленого плющеного риса. Однако его Господь сделал словно владыку всех богатств. Кто-то может спросить, ведь Господь принял два подношения, две пригоршни этого риса, почему же он сразу не одарил Судаму богатством? Почему он потом уже одарил? То есть Судама пришел к себе домой и увидел, что у него появился дворец и все остальное. Почему сразу Кришна ему это не дал? Почему не сказал об этом подарке? Ответ нам. Почему? Потому что Судама что принес? Скромное подношение. У него дома ничего не было. И Судама ходил за подаянием, чтобы поддерживать свою жизнь. Сушила, его супруга попросила, сходи, пожалуйста, к Дваракадишу, к Кришне. Но с пустыми руками, как я пойду? Сказал Судама, нужно что-то принести ему. Поэтому вот он попросил такое подаяние, что ему подали ее пригоршню плющеного риса и принес Кришне. То есть такое скромное подношение дал Судама, потому что у него ничего не было. Кришна настолько богат, состоятельный, что мог бы сразу дать ему все. Но сразу он ему не дал, потому что застеснялся, что Судама, по сути, отдал
то, что для него очень ценно, у него ничего особо не было. Для него эти пригоршни риса, они очень дороги, очень большое значение имеют, поскольку он бедный, несостоятельный. А Кришна такой богатый, чтобы не было такого диссонанса, он уже застеснялся Кришне, потом его одарил богатством, не сразу отдал все богатства. Цитата. Те усилия, которые мы предпринимаем умом, телом и речью, увенчиваются успехом, когда они связаны с Бхагаваном. Именно они приносят нам благоприятное. Махапрабху в Кришналиле явился как принц. В Рамалиле тоже как принц, сын Дашарадхи Махараджа. Однако в Гауралиле он явился в семье бедного преданного, бедного брахмана. Почему? Потому что брахманы, как обычно, поддерживают свою жизнь. Они просят подаяния в трех домах. Что им подают, то и кушают. В четвертый дом они не ходят. И Махапрабху поэтому также явился в семье бедного брахманова, чтобы иметь возможность просить подаяния у других, принимать их и, принимая их подношения, одаривать их благом. Цитата. Очень богатые люди зачастую хотят пратиштхи. Они хотят, чтобы их славили, чтобы их имя было возвышено. Ради славы и почести они трудятся, не ради Господа. Один преданный в храме установил вентилятор. И на лопастях этого вентилятора были написаны его имя и имя его родителей, чтобы когда вентилятор вращался, как бы имя его родителей и его показывалось повсюду, что вот, посмотрите, я сделал этот вентилятор для храма. То есть такой просто символ пратишхи, насколько важно показать, что я это сделал, чтобы все знали, кто послужил Господу. Зачастую люди хотят именно пратишхи, славы и почести. Однако обычные преданные, то есть истинные, они делают все ради служения Господу, не ради того, чтобы их славили. Они, наоборот, как бы скрывают себя и скрыто служат Господу, не прославляют себя. И Махапрабху говорил Шридхару, который скрывал себя, у тебя на самом деле много духовного богатства, делись. Ашидар переживал, он не знал, что перед ним сам Бхагаван, он думал, что обычный юноша, немай. Как с ним сражаться? Он же еще и брахман, он высокий, сильный. Если он вдруг оплеуху мне даст, я же не выстою против его силы. И переспорить я его тоже не могу. Поэтому приходил Ашидару каждый день без денег отдавать Махапрабху то, что он хотел забрать. Как же было возможно каждый день бесплатно отдавать Махапрабху, ведь Шридхар и так жил небогато, но приходилось отдавать. Махапрабху силой забирал все. Тогда еще не было известно, что он Бхагаван, но Господь все равно так желал обрести подношение своих преданных и дарить им благом, что силой забирал угощение. Махапрабху говорил, я не заплачу тебе, и отдай мне сам бесплатное угощение, и хорошее, а не абы что. Каждый день Махапрабху так приходил к Шридхару и отбирал угощение. И что в итоге обрел Махапрабху? Цитата. Хотя он продавал бананы, банановые цветы, листья, но что он обрел? Котишвары. Котишвар. То, что Брахма не обретет даже за миллионы каль, обрел Шридхар. То есть, хотя кажется, что внешний Шридхар просто обычный торговец бананов, на самом деле он очень возвышенный преданный. Гораздо возвышеннее, чем Брахма.
Итак, сегодня день ухода Шидары, и мы молимся о том, чтобы Махапрабху также когда-нибудь пролил на нас такую милость, как на Шидары, и наша жизнь увенчалась успехом. Вечером мы послушаем про Мукундадату и про Снанаятру. Мукундадата настолько возвышенно преданный, что когда его супруга и сын оставили тело, он остался один поклоняться дома Ладду Гопалу. Но никто ему не помогал, поскольку жена и муж умерли. И он тогда сказал Господу: «А кто по мне Шрадху проведет? А кто будет помогать мне служить тебе? Ведь моя жена и сын оставили тело». И Господь сказал: «Я сам Шрадху проведу по тебе». И действительно, он сам провел эту церемонию по своему преданному. И кроме того, Господь сказал: «Я стану своим сыном, раз твой сын оставил тело». Это признак того, что Господь Бхакта Ватсала очень любит своих преданных. Вечером мы послушаем об этом. Вчера Прабху приготовил также вкусное угощение, замечательное кичри. Все смогут попробовать. Поройте вкусные такие угощения. Вечером эти угощения будут для преданных.